Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. Есть и мое видео для своего канала на YouTube, в частности про автомобильные эксплуатационные материалы. Сегодняшняя тема — определение качества моторных масел экспресс-методом. И вот основная информация. Определение механических примесей качественным методом. Используя масло, наносим тонким слоем на стекло и просматриваем на свету на наличие мути, крупинки и так далее. Указывает на наличие механических примесей. Испытуемое масло взбивают и нагревают до 50 градусов. Наливают в стеклянный стакан 50 мл. Смешивают его с 150 и 200 мл профильтрованного бензина. И данный раствор фильтруют через бумажный фильтр, после чего фильтр просматривают через увеличительное стекло. Вот, собственно, какой вид бумаги используют. Ну, такую бумагу вы еще могли встречать в школе, на уроках химии, когда показывали смену цвета. Бумага одного цвета, после того, как омакнули в химический раствор, она поменяла цвет и так далее, так далее, так далее. Вот. И вот, собственно, пятно после того, как масло пропустили через фильтр. Возникает вопрос, что это за красота? И вот таблица внизу объясняет, в чем суть. Центральный круг, оно же ядро и краевая зона, показывают загрязнение масла сажей. Пылью, грязью, металлами. Здесь оседают все тяжелые нерастворимые механические примеси. И чем их больше, тем цвет масла в середине будет темнее. То есть на данном графике вы видите, чем масло светлее, значит оно хорошее. Если среднее, значит среднего уровня. Плохое, значит черное. И вот второй круг. Она же зона состояния масла. Здесь оседает масло, растворимые в масле окислические примеси, продукты окисления и расположение масляных присадок. То есть, по сути, я уже в прошлом видео, в каком-то из прошлых видео рассказывал, то, что масло имеет свойство окисляться. То есть, если масло окисляется, то оно не несет своих функций, для которых она, собственно, не создана. Она просто становится жидкостью, которая циркулирует в двигателе. И все. Пользы она не несет. Это вот простыми словами. И принцип такой же графика, что и в предыдущем рассказывал. Только мы рассмотрим внешнюю зону. Вот, ну вот, собственно, из основной информации, которую я хотел вам рассказать сегодня, это все. Поэтому всем спасибо. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, если есть у кого-то какие-то вопросы, пишите, с удовольствием буду читать, учитывать, анализировать и так далее. Также не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И добавляйте ко мне в различные соцсети. Я лично этому буду очень рад. Ну, а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.